Сергей Петрович. Второй день добиваются. Как прикажете? Проси. Слушаюсь. Уважаемый, милости просим. Позвольте представиться. Кандидат прав Сергей Петрович Камышев, бывший судебный следователь. Весьма рад. Чем могу быть полезен? Я написал повесть, которую бы хотел напечатать в вашей газете. А, садитесь. Что? Садитесь, говорю. А, благодарю вас. Я вам признаюсь откровенно, я написал эту повесть не для авторской славы. А для чего же, интересно? Ну, по некоторым причинам материального порядка. Как бы заработать хочется. Неважно. Каков сюжет вашей повести? Сюжет? Сюжет не новый. Убийство, любовь. Бульварщина. Вы простите, узнаете. Все, что изображено в этой повести, от крышки до крышки, происходило на моих глазах. Я был и свидетелем, и действующим лицом. Что ж, похвально. А как называется ваша повесть? Драма. На охоте. Хорошо, оставьте, но вам придется подождать. Долго? Не знаю. В Москве сплошные билетристы, все пишут. Зайдите месяца через два, через три. И не очень спешите. Долгонько. Ну что ж, не буду настаивать. Пусть будет по-вашему. Спасибо за аудиенцию. Пойду домой. Буду жить надеждами. Три месяца надежды. Это кое-что значит. Честь имею. Позвольте. Вы пишете здесь от первого лица. Стало быть, подсудебным следователем вы разумеете себя? Да. Хотя роль моя в этой повести несколько скандальная. Но через три месяца. Честь имею. Ну, Зорька! Москва. Содержателю хора Карпову. Бросить все. Точка. Ехать немедленно с любым поездом, включая товарный. Граф. Прошу вас, Петр Егорович.
Мы будем трудиться самоотверженно, самозабвенно. Мы вернем этим руинам былую прелесть. Мы возродим из пепла былое величие. И экономическое, и эстетическое. Каково, Полихроний Аркадьевич? Полезно? Полезно, ваше сиятельство. Иди-ка сюда. Ты что, все шпионишь? Угу. Где граф? Оглохла? Ты у меня заговоришь. Ну-ка, иди-ка, убери паутину лучше. Познакомьтесь, господа, рекомендую. Блистательный Сергей Петрович Камышев, друг до гроба. Сереженька, позволь представить тебе. Калидис Полихроний Аркадьевич, вы подружитесь, я уверен. Ну? Не-не-не-не. Ну? Не-не-не. За тебя, Сереженька. Алло? Сереженька. Что? Прихожу я на днях в Петербурге к своему доктору и жалуюсь на свою болезнь. Он меня выслушал, постукал, пощупал и говорит. Вы, говорит, не трус? Ну, я не трус, но побледнел. Да. А он смотрит на меня и молчит. А у самого глаза стеклянные. Предсказал мне скорую смерть, Сереженька. Как? Цирроз, голубчик. Печень. Печень у меня испорчена от долгого питья. Вот я и решил приехать сюда. Труд – это самое лучшее, самое радикальное средство. Займусь хозяйством и брошу пить, доктор не велел. В последний раз, Сереженька. Ну, не пей. Ради свидания с тобой.
красота-то какая, господи. Ау, Сашенька! Я волк Ерофей. Моя дочка Саша. Сын мой Владимир, гимназист. Выросли-то как, а? Лови меня, лови! Я тебя сейчас поймаю! Я тебя сейчас догоню! Кто это? Дочь лесничего, Оленька Скворцова. А, это вы о ней говорили? О ней. В высшей степени достойная особа. Вы правы, Сергей Петрович. Замечательная девушка. А кто из них граф? Вот этот вот, маленький, с такими вот усами. Вкусно? Вкусно. Умница. Ступай наверх. Прошу вас. Присядьте с нами. Рекомендуюсь, Сергей Петрович Камышев. Мой друг, граф Корнеев. Вот, Калидис. Полихроний Аркадьевич. Да. Самовар согреть? Вы изволите? Можно. Вы нас извините за внезапное вторжение.
климат, стихия, так сказать. Не ожидала. Мокрый воробушек. Мокрый воробушек? Ай да Петр Егорыч. Браво, браво. Молодец, метка. Эта фигура помещица Шефер, нашей соседки. А голова моя, я ее туда вклеила. Нравится? Очень, очень, очень. Позвольте, я вам помогу. Нет, 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 я сама. В газетах даже писали об этом. Она шла по дороге и плакала. Ей очень горько жилось на этом свете. Бог жалился над ней и убил ее своим небесным электричеством. Откуда вы знаете, что там электричество? Я училась. Серьезно? В гимназии. И по-французскому знаю. И еще я знаю, что убитые грозой и на войне, и умершие от тяжелых родов попадают Богу в рай. Это нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Вы знаете, мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь. И что я буду в раю. А вы образованный человек? Относительно. Вы не будете смеяться. А я бы вот как хотела умереть. Одеться в самое дорогое модное платье, какое я видела на здешней богачке, помещице Шефер. Одеть на руки браслеты. Затем встать на самый верх утеса. И дать убить себя грозе, так чтобы все люди видели. Страшный гром. И конец. Какая дикая фантазия. А в обыкновенном платье вы не хотите умирать? Нет, нет, что вы. И так, чтобы все люди видели. Экипаж прибыл, ваше сиятельство. Можно ехать. А кто ж посылал за ним? Я посылал за ним. Ах вы! Алекс. Malheureusement, je dois vous quitter. Очень жаль. Au revoir, мадемуазель. Au revoir, monsieur le comte. Ну, поедем. Пожалуйста. Выжил нас все-таки Петр Егорович. От ревности лопался. Да-да-да-да. И за экипажем послал из ревности. Сиди нам в бороду, а бес в ребро. Давай. А как ее ангел-хранитель тебе нравится? Сущий цербер, ее бы ко мне в следственный отдел. Трогай. А ну, давай. Обошел. Ну, Сереженька, это мои прощальные гастроли в
твою честь.
Карпов, слезную давай. Эх, полихроний, брат Аркадьевич. Ты чувствуешь, как жизнь из нас уходит по капельке? Кап. 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 Осталось на донышке горсточка водиться. Неразумно душа ваша славянская устроена, Алексей Юрьевич. Неразумно. Человек, Сергей Петрович, опомнитесь, это же самоистребление. Все. Ты же любишь ее. Любишь. Голубчик, Петр Егорович, ну иди к ней. Иди. Ничего не говорите, Сергей Петрович. Ради всех святых. Иди. Это мой крест. Идите. Ничего не говорите. Прошу вас. Снится мне сад под венечным море. Саду мы с тобою вдвоем. Алюшки. Звезды Катеньки на небе. Это
это Настюшке. Я расплачиваюсь за все. Нет, Сереженька, в ресторане другое дело. Нет, нет. Мой дом не ресторан. Алеша, я плачу за все. Если хочешь знать, ты даже меня обижаешь. А тогда вот так. А? Господа, господа, что вы делаете? Это не любовные письма. Это деньги. Их лучше нищим отдам, калекам. Ну и отдавай. Родной ты мой. Я устал, я пойду. Пойди, Сереженька. Пойду. Пойду. Уста молчали. К карету, Сергей Петрович, а Камышева к подъезду! Сиди, сиди, сиди. Песик, песик, иди сюда. Иди сюда, иди. Иди ко мне, мой хороший. Ах ты какой. Ох ты. Мой хороший ты. Куда ты? Отдай шляпу. Песик. Пёсик, отдай шляпу. Пёсик. Удаль, купцу к лицу. А не благородному. Благородному наука требуется. Служба. Да не путайтесь вы с графом, Сергей Петрович. Ты какой роман читаешь? Поликарп, какой роман читаешь? Графа Монте-Кристова. Шуллер, твой граф и проходимец. О, не скажите, вот это был граф. Настоящий. Не похож на вашего Замазуру. Вот так-то, ангел ты наш, Сергей Петрович. Снится мне сад в подвенечном уборе. Смотрите, не смотрите, а подходите!
Берите и платите гривенник за удовольствие электричества! День добрый, Сергей Петрович. Мое почтение. Здрасте. Садитесь, подвезу. Благодарю вас. Вам, Оленька. Спасибо. Ну! Ой, кислятина. Кисленькие, но вкусненькие. Ну да. Послушайте, а у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить? Кажется, нет. А почему так много покупок? А вы что, не слышали? Ведь я выхожу замуж. Замуж? За кого? Фу ты, боже мой. Да за Урбенина. За Петра Егорыча. Шутить изволите? Не верите? А что тут такого удивительного? Правда, он несколько стар. Но ведь зато он любит меня. Его любовь надежная. С ним я буду счастлива. Слава богу, не нищий, а дворянин. Сергей Петрович, разве только те счастливы, что по любви женятся? Дело не в надежной любви, а в счастье. Знаю я эти браки по любви. Сергей Петрович, вам это не нравится. Так извольте вы сами идти в лес в эту скуку, где нет никого, кроме волчьего воя, сумасшедшего отца. Вам понравилось тогда вечером, а вы зимой поглядели бы, когда рада бываешь, что вот-вот смерть к тебе придет. Оленька, Оленька, глупо все это. Я бы на вашем месте на семи осинах удавился. А вы полотно покупаете, улыбаетесь. По крайней мере, он и свои средства отца лечить будет. А потом мы с ним в Санкт-Петербург уедем. Непременно. А потом... Хорошо. Сколько вам нужен денег для лечения отца? Возьмите у меня 100-200 тысяч. Лжете вы все, Оленька. Вам не лечение отца нужно. Похолодало, потемнело. Я сойду, Оленька. Стой! Стой! Благодарю. Счастливо вам оставаться, Сергей Петрович. Благодарю вас! Прощайте. Счастья вам, Оленька! Ольга Николаевна. Оленька. 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 Зачем ты ушла? Оленька, из кухни самовар украли.
Добрый денек, Николай Ефимович. Митенька дверей не запер. Трудно ли вором забраться, я говорю. Боже мой, какой стыд. Голубчик, Митенька, помогите, пожалуйста, несли, ради Оленька. Бога. Оленька зачем ты ушла? Пойдемте, любезный, пойдемте. Не волнуйтесь. Пойдемте, пойдемте. Да, 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 господа. Оленька, Оленька, пойдемте. Я все верну. Пойдемте. Господа, я все верну, все в долг. Господа, я в долг, я верну. Пойдем, господа, любезный. Конечно, верну. Пойдем, господа, я в долг. Господа. Пою тебе. Ваше сиятельство, Сергей Петрович, господа, я счастлив теперь. Видит Бог, как я люблю вас всех. Сегодняшний же день вы столько для меня сделали, что моя любовь к вам является просто прахом. Такая роскошь. Собрание именитых гостей, да что там говорить? Верьте, ваше сиятельство, что моя память не оставит вас, как не оставит она этот лучший и счастливейший из дней в моей жизни. Еще раз благодарю вас, ваше сиятельство. Ольга Николаевна! Оля! Нервы. Какие нервы? Оставь, брат. Голубчик. Господа, у Ольги Николаевны голова болит. Она мне еще утром жаловалась. Да-да, господа, это правда, господа. И головная боль тут ни при чем. Это все поцелуй наделал. Сконфузилась. Олимпиада Христофоровна. Дамы и господа, шафер должностное лицо, и я вступаю в свои права. Благословите. Благословляю. Оленька. Ольга Николаевна, ну что такое? Ну не надо, не надо. Ну что такое? Ну все. Что я наделала? Что?
что наделала. Да, Ольга Николаевна, трудно объяснить этот ваш шаг. Зачем я вышла за него замуж? Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит. За кого же это, Оленька? За вас. Пойдемте. Вы умны, благородны, молоды, вы богаты. Вы казались мне недоступным, Сергей Петрович. Ну, довольно. Нас ждут. Пора идти. Ну что, Оленька, что, Оленька? Перестань. Ведь ты любишь меня. Ведь любишь, любишь, любишь. Теперь мне море по колено. Я ничего не боюсь. Я тебя люблю, Сереженька. Люблю. Оленька, сию минуту едем ко мне. Ну как же так? Едем? Нет, нет. Ты же погибнешь. Едем. А как же он, Сереженька? С ним-то что будет? Детонька моя, я тебя как зеницу ока буду беречь. Всю жизнь, пока сил хватит. Ну как же, после венца? Нет, нет. Что люди скажут? Какое тебе дело, что люди скажут? Нет, Сереженька, не говори лучше. Оставь это, пожалуйста. Ты меня любишь, и больше мне ничего не надо. Да как же ты будешь, дурочка? А, божья коровка. На счастье. Я буду жить там. Ты будешь приезжать ко мне каждый день. Я буду выходить тебя встречать. Едем. Сейчас это невозможно. Я прошу. Нет, Сережа, ты меня лучше покружи. Я буду смотреть тебе в глаза, а ты кружи. Хорошо? Ну. Браво! Пошел прочь, ничтожество. Господа, возвращаю вам беглянку. На силу нашел. Горько! Горько! Господа! Многое лето, многое лето. Малыша, голубчик, что с тобой, Сереженька, на тебе лица нет? Ради наших взаимоотношений, чтобы тут подлеца больше не было, или я, или Кальис. Ты требуешь от меня невозможного, Сережа, прощай. Сережа, прощай. Подожди. Оставь. Сережа. Вальс. Вальс. Вальс.
если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству, пакость сущая. Если жена тебе изменила, то радуйся. Сергей Петрович? Оля. Я сбежала. Оленька. Я к тебе, голубчик, совсем на немножко. Покажи мне, где ты спишь. Однако у вас здесь нехорошо. Богатый человек, жалование большое получаете. А как просто живете? Какая ты славная, Оленька. Жаль и обидно, что такая славная. Ну почему же жаль? Ну чего же тебе еще? Ведь я твоя. Пришла вот. Послушай, Сережа, скажешь правду, если я тебя спрошу? Конечно. Ты женился бы на мне, если бы я не вышла замуж за Петра Егорыча? Конечно. Оленька. Замолчи, дура клюватая. Да что ты, Оленька, это же попугай. А что, если Урбенин узнает? Ведь он убьет меня. Мне пора. Оленька. Завтра буду в лесу возле домика, где я жила. Встретимся. Подожди! Оленька! Оля! Превосходно! Мервоер! Оля! Месье Леком? Ольга Николаевна! Ольга Николаевна, живу за мпля! Я умираю! Это очень опасно! Ради всех святых умоляю вас! Ольга Николаевна! Это опасно! Я лечу, мисс Великом! Ольга Николаевна! Оленька! Ты что, мне даришь? Совсем? Оп. Нравится?
Ну, как? Хорошо? Сергей Петрович? Я тебе нравлюсь? Очень. Ты мне ничего не хочешь сказать? Ты должна мне сказать. Я требую. Да, я скажу тебе. Я люблю тебя. Я жить не могу без тебя. Но не езди ко мне, милый мой. Не люби меня больше. И говори мне вы. Я не могу уж продолжать. Нельзя. И, пожалуйста, не показывай виду, что ты меня любишь. Ну, почему же, Оленька? Я так хочу. Причины знать тебе не надо, я их не скажу. Ольга Николаевна, Сергей Петрович, его сиятельство приглашает вас отобедать. Петр Егорович, я, пожалуй, поеду. Останьте с нами, Сергей нет, Петрович. Нет, граф приглашают. Благодарствуйте, я уже пообедал. Всего вам доброго. Да? Сожженная не берем. Это Алексей Юрьевич молится по-гималайски. Вчера объела шоколаду, проплакала весь день, потом велела купить шарманку. Ну так что? Ты купил? Нет, не просто шарманку, Сереженька, а с голубым попугаем, говорящим по-немецки. Поет, плачет, смеется одновременно. Прекрасно в гневе и прекрасно в грусти. Восхитительное существо, Ольга Николаевна. Сережа, не болит? Сережа, я думаю устроить турецкий день по четвергам, а? Прислугу одеть в шаровары и челмы. Давай выпьем. Давай выпьем. Ты знаешь, я даже мулу готов выписать. Ведь мулы ни у кого нет, а? На всей Руси. Давай выпьем. Ну? Ну, о, по-гималайски. Давай. Рано! Фу. А может мне минарет построить, а, Сереженька? Может быть. Экзотично и беспримерно. Оля?
Что с вами? Что с тобой, Оленька? Да что с тобой? Он бьет меня. Он бьет. Кто? Муж. Я не хочу с ним жить. Я ушла. Это возмутительно. Это какое он имеет право? Это тирания. Это черт знает, что такое. Бить жену. Бить. А за что это он вас? А ни за что, ни про что. Достаю из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, которое вы мне вчера прислали. Он подскочил, прочел и... Посмотрите, до сих пор на руке красное пятно. Боже мой, это варварство. Это каменный век. Это Новая Зеландия, если хотите. А вам бы хотелось, чтобы ему понравилось то письмо, которое у вас выпало из кармана? Вам бы хотелось, чтобы он рассмеялся? Не будем об этом говорить. Как бы то ни было, его поступок подл. Я с ним расправлюсь. Я его на дуэль вызову. Завтра же. Не надо. Нет, вызову. Я ему покажу. Я ему покажу. Верьте, Ольга Николаевна, этот проступок не пройдет для него даром. Я ему пощечину дам. Сережа, подержи. Ну, подержи. Доминик! Пьет скотина. Вы знаете, что я надумал, Ольга Николаевна? Устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями, а? Как вы думаете? Журфиксы по четвергам. В главной роли Ольга Николаевна. А как насчет мулы? А, нет, мулы не будет. Ну его к Аллаху. А зачем нужен мула? Мулы не будет. Никого не будет. Берите. Кроме вас. Тихо и плавно качаясь. Пора уже спать. Я, пожалуй, пойду. Изволили звать, ваше сиятельство? Пошел вон, скотина. Слушаюсь. Позвольте мне вас проводить, Ольга Николаевна. Куда же я пойду? К нему я идти не могу. Да-да, конечно. Вы к нему не можете сейчас возвращаться. Кто может поручиться, что он не побьет вас снова? Сережа, голубчик. Серж Моншер. Кит Муа. Тюма Компра. Мне уйти? Ты обдумала? Да.
Сереж. Господи, спаси и помилуй. Минуточку. Минуточку. Одну минуту. С добрым утром. Я боялся, что вы уедете без меня. Эти розы для вас, моя маленькая принцесса. Вы уедете в город. Там вам будет хорошо. Там вам будет весело. Вы расцветете там, как эти розы. Счастливого вам. Еще и батюшка. Прощайте все. Ну, пошел, чудный нет. Не надейтесь на Бога, Петр Егорович. Сами, сами. Ну, счастливо.
Привал! Привал! Пошли, детки, в лес гулять, ять, ять, чтоб цветочков там собрать, ать, ать. Тишина кругом стоит, лишь кукушечка кричит, ты, кукушечка, скажи, и всю правду расскажи. О, вы еще живы. Через сколько лет весной Голубчик, мою любимую, вы помните, да? Ваше сиятельство, наше общество, ваше сиятельство, весьма приятно поражено тем участием, которое вы принимаете в судьбе дочери больного Скворцова. Извините, извините, господа, мы готовы. Замерли, господа! Ольга Николаевна, вы же чего не садитесь с нами? Прошу вас. Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучения этого селезня? Другие мучаются, пусть и он мучается. А кто еще мучается? Страшновато было, Ольга Николаевна. Оставь меня в покое. Я не намерена говорить сегодня ни с тобой, ни с твоим дураком графом. Отойди от меня прочь. Вас не узнать, Ольга Николаевна. Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами. Ты меня такой считаешь? Ну так и ступай к тем святым. Я здесь хуже и подлее всех. Ну так иди же к ним. Иди. Да, ты хуже и подлее всех. Развратная и продажная. Сергей Петрович! Я им объясняю, что юпа-юпа – это вождь. Но они не хотят понимать. Но юпа-юпа. Юпа-юпа! Но юпа-юпа действительно вождь. Боже мой. Ой, какая прелесть! Ой, какое блаженство, Господи! Брависсимо! На этой земле, Марья, живут райские птицы. И мы с тобой. Милостивые государи и милостивые государыни, в сей день, когда мы все соединились для того, чтобы объединиться, этим объединением нашим мы обязаны никому другому, как нашему святиле, звезде нашей губернии. Да-да, граф, не конфузьтесь, не конфузьтесь, так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному, да-да, юному графу Корнееву. То предлагаю выпить чей тост за вас. Ну, полно, полно, господа. О, господа, к нам новые лица. Где? Алексис! Сережа, умоляю тебя, все расскажу потом. Помоги мне.
Алексис, о, мой дорогой, не ожидал, правда. Представь меня своим гостям. Господа, рекомендую. Моя жена Офелия, Амалия. Здравствуйте, господа. О, какое общество. О, пикник. О, и шампанское. О, браво, браво. Это брат моей жены Полифрония Аркадьевич Калидис. А это мой брат Калидис. Мой брат, мой брат. Прикажете открыть? О, да, естественно. Мы рады служить вам. Спасибо. Иди же ко мне, мой дорогой, мой несравненный, моя радость. Лимон шампанскому! Лимон шампанскому! Лимон! 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 Сергей Петрович! Сереженька! Сереженька! Оленька! Как я несчастна! Боже мой! Никого я никогда не любила, кроме тебя. Тебя. Сильным, ласковым. Оленька. Пойдем. Покружи меня. Ну, покружи. Вот так. Ну, какая я дурочка. Не выйдя за Урбенина, я бы вышла замуж за графа. Он развелся бы со своей помпадурой. И мы были бы вместе с тобой в Санкт-Петербурге. Я помогла бы тебе, ведь я была бы такой богатой и сильной. И что? Сереженька! Сереженька! Зверек ты мой ласковый и нежный, образумся! Ведь я права, пойми, права! Я не хочу быть нищей, не хочу быть внизу, милый мой, не хочу. Я не хочу опять в этот лес проклятый. Я боюсь. Я не вернусь туда. Ни за что, ни за что. Молчи. Помнишь, как я с тобой в лесу бродила, нам ветки. Помогите! Господи! Оленька. Деточка. Сейчас. Сейчас. Лошадей! Врача! Врача скорей! Боже мой!
Что же это такое, господа? Что же это такое? Господа, господа, может быть, среди нас есть врач? А? Ну что ж вы молчите, господа? Врача. А? Евграфий, ну что ты там возишься? Скорей! Урбенина задержать. Едут! Откройте! Откройте! Ваше благородие! Ваше благородие, откройте! Кто там? Я к вам, Рафа! Откройте, ваше благородие, откройте, беда, человека убили. Я к вам с письмом от Рафа. Поликарп, Поликарп, открой. Сергей Петрович, дорогой человек, вы нас не первый день знаете. Помогите нам уехать, тут беда такая стряслась. Сергей, ну, помогите, Петрович, дорогой. Миленький, ну что же так, нам уехать? Какое несчастье, Сергей Петрович, какое несчастье. Когда священник в доме веселым людям надо. Я понимаю. Распорядитесь, Сергей Петрович, прислуга для наших дам самовар, а они меня, видите ли, послали к черту. Сережа, голубчик, еще жива. Но врач земский сказал, что сегодня ночью умрет. За что? Сережа! Отче наш, ежись на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим.
и не веди нас во искушение. Ольга Николаевна, избави нас от лукавого. В безнадежном состоянии. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Если вам нужно что-то спросить, спросите сейчас. Ольга Николаевна, я Камышев. Сергей Петрович Камышев. Вы меня узнаете? Да. Я здесь. Здесь я. Здесь. Ольга Николаевна, постарайтесь припомнить события. Я вам помогу. В час дня вы сели на лошадь и отправились с компанией на охоту. Помните? И ты убил. Ты убил. Селезня. Прошайте быстрее. Быстрее. После того, как я добил подстреленного селезня, вы удалились от компании, вы пошли в лес. Во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Как судебный следователь, я спрашиваю вас, кто это был? Он понесет тяжелую кару. Я прошу вас, вспомните этого человека. Вы должны назвать его имя. Я жду. Оленька, я жду. Назовите нам имя этого человека. Не щадите его. Не уходи. Thank you.
хотите. Прекратите петь. Имя, фамилия, сословие, вера. Урбенин Петр Егорыч, дворянин, православного вероисповедания, от первого брака имею сына и дочь. На Ольге женился по страстной любви. Вам были известны взаимоотношения вашей жены с графом? Я думаю, Бог простит ей прошлое. Петр Егорыч, я вас прошу ответить только на один вопрос. Это очень важно. Конечно, знал. Как вы попали в лес, где была убита Ольга Николаевна? Насколько мне известно, в последнее время вы жили в городе. Да, в городе у двоюродной сестры. С тех пор, как потерял место. Занимался тем, что подыскивал службу и пил с горя. Неделями пил, без просыпу. Вы хотели рассказать мне, каким способом вы оказались... Да, извините. Проснулся вчера рано утром. Лежу на постели, вижу в окно, как солнце всходит. Вспомнилось разное. Тяжело стало. Так захотелось вдруг ее увидеть. Увидеть хоть раз, может, последний. Ехать сюда денег не было. Пошел пешком. Пришел сюда часа этак в 4. В 4 с четвертью. Вас видел кто-нибудь в это время? Да. Сторож Николай сидел у ворот. Он сказал, что господ нет дома, что все на охоте. Я и отправился лесочком. В графских лесах мне каждое дерево знакомо. Улик против вас много, Петр Егорыч. Петра Егорыча надобно! Платье барыни забыли. В дом иди. Иди, иди. Thank you.
Камышев. Я внимательно прочел рукопись. Ваша повесть, Сергей Петрович, мне понравилась. Характеры, сюжетные линии хорошо разработаны. Судьба Урбенина осталась за рамками повести. Что с ним произошло на самом деле? Он умер на каторге. Года 4 спустя после процесса. А что с Камышевым? Его освободили от ведения дела. Лишили должности. Усадьба графа перешла в руки Калидиса и жены. Обобрали чужеземцы. Кстати, он здесь, граф Корнеев. Вот, полюбуйтесь. Он у меня теперь за извозчика сидит. Камышев. Послушайте, Камышев, как вам жилось все эти годы после того, как вы убили Ольгу Урбенину? Вы любили Ольгу Урбенину с тем отчаянием, с каким любят изголодавшиеся по ласке животные. Муж может убить из ревности. Любовник, полагаю, тоже. Любила она вас, не графа, и не мужа своего. Вас щадила она. И никто на всем белом свете не был ей столь близок и дорог. Да вы что? Спятили? Однако мне пора. Уже 3 часа. Не изволите чайку попить? Нет, спасибо. Благодарю. Извините, извините. Чего же вы боитесь, Камышев? Что? Улика нужна? Да нет. Подтверждающая деталь. Как же вы можете так жить, Камышев? Честь имею. Снится мне сад в подвенечном уборе. В этом саду мы с тобою вдвоем. Эх, Сереженька, хорошо бы сейчас коньячком погреться, цыган послушать. Эх, а, поберегись. Ближе к весне в газете «Русская новь» за подписью господина Камышева был опубликован роман «Драма на охоте». Год спустя господин Камышев скоропостижно скончался вследствие внезапного заболевания чахоткой. По словам его слуги, он наотрез отказался от докторов, лекарств и прочих благ медицинского вмешательства. В последний путь его провожал слуга Поликарп и городской ямщик
Корнеев, о котором поговаривали, что он был когда-то графом.